дорогие друзья. С вами Димас, Серега, вас обескромник, крошка, окрошка. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем приветики, омлечки. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, и давно у нас не было рубрики «Аниматроники пугают охранника». У нас есть очень много классных новых NPC. Если опять кушайте, приятного аппетита, погнали. Вижу его, он ушел. Куда он идет? Сюда. Он на первый был. Отлично. И же учитывая, что полоска, когда кончится, дверь откроется. Надо закрывать уже, когда только в притирку. Ушел. Так, я буду с этой стороны чекать. Давай, я справа, ушел. Ты слева. Он топал. Давай. Варушка, нас предупреждай. Топай, он идет. Какой стороны? Я успел, давай. Я успел. Все по красоте, хорошо. Пацаны. Не подходите к двери. Отлично. Он вышел. В другую идет к тебе. Да. Стой! Молодец! Блин, это, ребята, так страшно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Мы записываем очень классные видосики, которые попадают в тренды. Опять бежит с этой стороны. Нет, он не идет. Он ждет, чтобы я дверь вроде бы как нажал, а потом он придет, да? Интрижка. Я вижу, вон он стоит на камере. Кстати, он сейчас играет за NPC аниматроников, которые мы скачали только вот сейчас, потому что они вышли сегодня, буквально час назад. Они прям очень круто сделаны. Вон он. Ой, смотрите, какой прикольный челепиздрик. Ха-ха-ха-ха. Как дела? Блин, я таких ни разу еще не видел. Он как плюштрап размером. Ого! Нифига себе, ты мне крышка дал по башке. Я не ожидал, что он... Эй, прекращай! Да нифига, Богдан? Богданчик. Эй, отвали, какиш. Блин, настроение классно. Надеюсь, ребята, вы когда смотрите наши ролики, у вас настроение тоже поднимается. Он там есть? Нет. Все, давай я опять справа стороны смотрю. Я его вижу, он топор куда-то. Надо топор взять. Там есть игровой автомат, ты можешь посмотреть? Он ради ушки к ним пошел. Не могу. То так, та дверь не просматривается. Капец. Слушайте внимательно. Мы это слушаем. И следим. Я слышу что-то. Бежит. Ух ты, пойдем. Я успел. Ребят, ну по красоте же играем. Ушел. Это был глич-трап. А ты задрал, да как? Это Венни было, это Венни. Ой, я проверял, видишь, тоже шаришь? Да отвали ты! Предатель. Она вообще нет, вас не мочит, походу. А, она не может убивать? Опа, закрыл, уходи отсюда. Так, энергия полная, отлично. Так, подождите, если закрыть и сразу открыть. А сразу открыть нельзя, я понял. И вас вон бежит. Только не одна. Это Security Breach. Я не вижу. Рокси, наверное. Или Чика. Или Монти. Или Шмонти. Тебе идем. Видите, бежит. Я успел, пацаны. Я всегда это делаю в последний момент. Это спринтрап. Он сейчас с твоей стороны может прийти, осторожно. Я слежу. Такой поломанный. Офигенные что? Текстурки. Класса обидит. Так, всё, он уходи. Здесь. Не жди. Мы успеваем, да, пока есть что? Но это же медленный аниматроник. Если он возьмет быстрого, то, возможно, мы не успеем. Ушел. А ну, давай по камерам почекаем, где он там. На третий. Вон стоит. Это он на сцене? Да. Но это не сцена. А он что это? Где? Закрывай. Он к тебе пошел. Нет, он ушел. Нету. Едет робот. А он же этот робот... Возьмите карту. Давай. Возьмите карту. О! Так он зовут... Спасибо. Офигенно, я не знал. Серега, мне нравится, как ты от РП отыгрываешь. Возьми карту. Классно. Возьми карту. Блин, мне нравится, как Серега отыгрывает. Возьмите карту. Он разве так говорит? Take a map. Take a map. Говорит, возьмите карту. Так, внимательно. Пожалуйста. Это он дурит мозги, чтобы нас убить, я знаю его.
Блин, ну там классный NPC, прям со всей игры опять есть. Идет, о, опять идет, опять этот телепиздрик. Скелет какой-то. Он такой медленный, конечно, Рахит. Кто там? Он стоит, внимательно. Это очень страшно, ребят. Это эндоскелет? Да. Так он должен мочить. Ну не знаю, вроде стоит, просто смотрит. Может, выключили? Батарейки сели? Ну не знаю. Надо его включить попробовать. Вот сам иди включай, не стоит. Не, я не пойду. Иди ты. Иди. Как думаешь, как его быстро убьют? Ну я не знаю, может... А да добро, он же не дамажит вроде бы. По жопе ему. Включатель на жопе, что ли, находится? Там, что у тебя тут? А, это пальчиковая батарейка. Ух ты! Это был толчок? Я плюс-минус перепутал. Нормально. Будешь еще идти пробовать раз? Давай. Так ты на меня смотришь. Давай я попробую, Йонас. Я так 100 раз делал. Иди сюда. Вставим им батарейку. Давай. Ща. А где батарейки я вообще стоят? В жопе. В жопе? Ого. Что-то у тебя немножко не получилось. Это тебе минус. Он уходит. Ну все, он заработал, пацаны. Я ему один провод случайно оторвал. Успей закрыть дверь, если что. Такое бывает. Чекай, где он? Вот он стоит в центре. Он Фокси взял. О, ночной режим есть. Басай, закрывай. Уходи. Все. Уходи, подлец. Мы хлеба не дадим тебе. Ушел. Хлеба нет. А это что за аниматроник был? Это Фокси. О, смотрите, какая прикольная у него текстурка, я успел. Офигеть. Ребята, если этот ролик наберет 3000 лайков, мы сделаем полный обзор на всех новых аниматроников. Ты задрал. Ой, прощай. Это, Димаш, у нас опять получается Грегори и Ванесса объединились. Да-да-да-да-да. Рокси, 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 пацаны, осторожно. Стоит. Шла. О, это уже разговаривает NPC-шка, уже прикольно. Это уже злится. Я по тебе скучать. Видишь? Ты что, успей нажать? Закрывай, Дим. Да я не успел нажать, не успел. Ой. Ха-ха-ха, я успел убежать зато. Да не, Серега, ну я же добрый. А мы тебя закрыли. Да. Васаби идет. Отлично. Уходи. Так, ребята, ну что, мы выжили. Все хорошо, но это было очень страшно. Еще бы чуть-чуть, он бы ударил меня. Есть, я успел, Сережич. Ничтожество. Это ты ничтожество. Какой-то агрессивный у нас аниматроник сел. Стоит. Кажется. Так, а где? Бежал. Бежал? Вентиляция? Да, наверное. Да не. Телепортировался, может? Невидимый. Наверное. Не знаю, можно... Это что означает? Это Монти, Монти, Монти. Бешеный крокодил. Где этот шмонти? Это у Димы. Я слушаю внимательно. Вот, Монти побежал на твою сторону. Он побежал на мою сторону. Я успел, пацаны. Ну, все по красоте. Но это очень прикольно, то что в последний момент я нажимаю. Гена, уходи. Гена. Да, я нажал еще раз. Ну все, ушел, ушел. Да ну, Серега, ну прекращай. Ну ты, ну можешь, хватит. Иди отсюда, Гена. Гена, фу. Да, заходи, заходи. Отлично. Все. Успел. Ну я не мочит как-то парень. А у нас же есть, Серега, пилпаки. Ты что, забыл? Нет. Есть пилпаки, security breach. О, кстати, я обещал, что мы в следующем ролике будем их использовать. Но они звуки не издают, а может уже и добавили. Где-то в твоей стороне, Дим. Я смотрю внимательно. Тут же еще двери разные есть. Тут главное не испугаться, откуда он придет. Ё-моё, господи! Ты зачем так напугал? Это было... Ого. Я так дернулся, у меня аж волосы привстали. Да ты, ты просто большой какой-то, нереально здоровенный. Мне, кстати, нету скримера. Просто шипящий экран. Димас. О, поломанный Монти, полцаны. Ползет. А там что, двери есть? Ждите, он сейчас вентиляции проползет. Вот он. Вот ползет. А как нам его закрыть? Не знаю. Вентиляция-то не работает. А ч- ничего реально не сделаем? Да. Приполз.
Мультинера тоже, да, на расстоянии бьет. Даже фонарик не спас. Не, так Монти уж вроде не боится фонарика. Так поломанный вроде боится. Да? Ой, ты меня испугал. Иди спать. Луна. Луна? Фонарик на него, фонарик. А, дядя. Серега, мы будем на фонариком светить. А зачем светить? Это не спасает вас. Да? Она должна тебя замедлять. Должно замедлять, Серега. Идет, идет дурачок этот. А ты что, на руках идешь? Да. Офигеть. А что такое здоровый? Ты же меньше вроде бы. Нет. Да ты меньше размером в игре. Коса бежит. Закрывай. Отлично, успел. Он быстро, кстати, ходит. Да. Как придурок ходит. Выбежал. Ему плохо. Да ему, наверное, хорошо. Отдыхает. Где он? Он пропал. Там... Где-то в центре. Он опять танцует. Посмотрите на него. Свет выключен. По камерам посмотри. Да я вижу тебя. Вот я тут стою в коридоре, вижу, как ты танцуешь. Дима, ты куда ушел? Я? Я до Сереги иду. Ё-моё, ты меня увидел, да, Серега? Да. Жесть. Ну, темная карта, да? Согласись. Угу. Так, Серега. О, нет, я не успел закрыть. Он тоже на расстоянии, да, бьет? Да. Они все, да, бьет на расстоянии? Они все такие. Да, это такой пилпак. Ничего, сейчас их 100 штук еще выйдет, наверное, по этой игре. Я испугался васаби. Так, пацаны, а вы где? Мы в нашем домике. Понял. Я иду к вам. В смысле, я дверь не прихлопнул? Пришел. Я дверью прихлопнула. Серега, ты че наших убиваешь? Прекращай. А шо я вас убиваю? Так нельзя. А что нельзя? Ну нельзя убивать наших. Кого наших? Кто наши? Это наши охранники. Это не охранники, это Грегори и Сквидвард. Ну так они охраняют пиццерию, их на работу взяли. А мы же до шарах работаем. Меня в красивый. Грегори это Гриша, а Гриша это засранец тут еще. Это зло? Гриша это зло, да? Так, Серега, я иду к тебе. Потихонечку. Ты готов, Сережечка, умереть? От чего? А я не знаю, от чего ты хочешь умереть? Давайте вот дверь прихлопнем. Ты что-то намекаешь на что-то? Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Стаканчик, Слава Питер, Серега, Абгай. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, поздоровайтесь. Hello, everyone! Всем привет! Всем хай! Сегодня у нас очень классная карта FNAF 9. Я буду играть за аниматроника и гоняться за пацанами. И кого я убиваю, они тоже берут аниматроника и гоняются за другими. Если пить, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Бежим! Дико сошел с ума. Даю пацанам немножечко рассеяться по карте. И это еще будет ролик, где мы будем изучать эту карту FNAF 9, потому что скоро релиз по этой игре, который я буду записывать и радовать своих подписчиков. Всем спасибо, кто подписывается на наш канал, ставит лайкосики и комментирует, потому что мы стараемся записать ролики каждый день. Все, пацаны, я выдвигаюсь вас мочить. Кого убиваю, я вам не завидую, потому что я буду это делать очень медленно. Я вижу аниматроник. Конечно, не догоню, я буду брать хитростью. Взяли специально пак Five Nights at Candy's 2, потому что они бьют только в притирку. На расстоянии не получится. Так, так, так. Главное, а кого-то одного убить, и мы уже вдвоем сможем их загонять в угол. Ага, я тпхаться не могу. А, я даже тпхаться не могу. Ты кастрированный, Дима. А ну-ка. Ты заметил, что у аниматроников, смотри, есть просто, да, бегать? Да. И на Alt чуть-чуть быстрее, а на Shift вообще быстро. Супер Соник получается у тебя. Ну да. Так, так, так. Главное как-то поймать вас. Давай, иди тобой сюда. Там челик издевается за твоей спиной, бегает, дразнит тебя. Троллите, да, меня? Троллируете. Я вас запомню в лицо. Я сижу это на углу, на корточках, смотрю, пока наблюдаю, как ты там бегаешь. Я сижу на камушке, ла-ла-ла. Сейчас аниматроником. Вас ла-ла. Есть! О! Ванёчек, давай, помогай мне. Зря ты возле меня так бегаешь, я тебя убью все равно. Не убьешь. Убью, убью. Да нет, смотри. Ну-ну-ну-ну-ну-ну.
Леон, Леон, зря ты это... Смотри, ох ты! Смотри, как дразнит тебя, сейчас это допрыгает. Да, сейчас допрыгает, а он знает расстояние, на котором я не могу убивать, он его использует по максимуму. Ну, ну. по-любому, вот! Стакадла! Допрыгался, я знаю. Знаете, есть такое выражение, понты к хорошему не приводят. Так, давайте, короче, я вам покажу эту карту. Здесь у нас, получается, будет вход, я так понимаю. И вообще, эта карта по FNAF 9, это... Что у нас? Кинотеатр, синема. Так, три аниматроника против четверых. Побежали. Надо как-то зажать их. Но есть большой мит, что они могут спрыгивать с перила этого. Так, 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 иди сюда. Я догоню, я знаю, что я смогу это сделать. Ну и пока мы изучаем эту карту, она очень классно сделана, мне нравится. Отлично! Ой, извини, блин, убил опять своего, но я что-то... Обстоятельства. Может... Кстати, я так сделаю, что вы не будете прыгивать с высоты. Если кто-то умирает, тоже берет аниматроника. Так что с высоты вы особо не попрыгаете много раз. Вы когда прыгаете, тратится 10 хп, правильно? 9 раз да. Прыгнешь, а на 10 ты умрешь. Так, пацаны, давайте загоняем. Отлично, Неон Леон, молодец. Так, Сережечка, а где ты ходишь? А я прячусь. Нельзя прятаться в темноте. Ля не, крыса. Не, не. А, я знаю, где ты. Я догадываюсь. Нет. Сейчас, 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 я туда уже иду. Вот один пошел туда. А, я не могу пройти. А, вот ты где. Бежим туда, пацанчики и девчонки. А, я думал, ты тут все-таки, а тебя нету. Нет. Стекло нельзя разбить. Так, бежим. Пацаны, ну что, давайте собираемся по центру карты. Сколько нас? Раз, два, три. А кто еще? Четыре. Так, четверо. А, пять. Так, пять против двоих. Кого не убили? Сережку и... Меня. И Абгая. Ну что, пацаны, давайте вот так вместе держаться, будем окружать. Побежали. Надо, чтобы с той стороны кто-то по той лестнице бежал, чтобы мы как-то окружали постоянно их. Так, Сережа, я знаю, ты вот там наверху прячешься. Да, я наверху. Да ты обманываешь, значит, ты не наверху. Я знаю, когда ты соглашаешься, значит, это обман. Как ты говорил в ролике, золотое правило, не верь Сереге. Я понял, я его запомнил. Все-таки запомнил. Конечно, ребята, надеюсь, наши ролики поднимают вам настроение, потому что я когда записываю, после записи у меня просто 107% настроения. Ну где ты, Серега? Я в Караганде. Короче, заглядывайте за углы, он где-то за углами сидит. В комнате за углом. Мне кажется, я знаю, где он. Может, он в темноте вот там сидит, а? Все в темноту. Все в темноту. Вот он, вот он. Где, где, где? Вижу, вижу, вижу. Я догадался, что он в темноте сидит. Ну ты молодец, Сережка. Так, а где он, где он? Он наверху. Вижу, вижу, вижу. Давай, мочи. Так, я вижу, бежит. Я буду его с той стороны ждать. Пацаны, наверх, наверх, все наверх, да, туда. Отлично. Сережка, мы тебя убили. Остался Абгай? Вы нашли меня. А ну что, Серега, готовься. Теперь мы будем тебя троллировать. Так. Я взял охранника. Будут аниматроники гоняются за охранником. FNAF 9. Где ты, Сережечка? А я вон спускаюсь. Приятного аппетита. Так, ты за мной, да, решил погоняться? Да. Я же могу бы и не хопить, ты же запомни эти вещи. Ну, немножко стрёмно, что ты сзади бежишь, и ты можешь мне в любой момент убить. Ступеньки не работают, что такое? А там можно запрыгивать на них. Да-да, я пока буду запрыгивать, и у меня уже сольёт. Давай сюда. Вот и лично. Я сам на них не могу залазить, в чем прикол, Дим. Так, Сереге, не поддавайтесь, пусть бегает все 40 тысяч минут. Бежит, бежит за мной. Дим, я ж тебя подловлю. Да не сможешь никуда ты подловить, мы быстро бегаем все. Отлично, отлично. Серега не знает, то туда бежит, то сюда бежит. Не знает, за кем бегать. Карта очень оптимизирована. Освещение сделано на высоте. Очень прикольно, это, надеюсь, будет часть FNAF 9.
Кто ее ждет, пишите, мы ждем FNAF 9 и посмотрим, сколько нас людей ожидает новую часть по FNAF-у. Я просто не знаю, что будет. Я когда ее, только она выйдет, я сразу куплю и буду ее записывать. Ребята, Серёжка. У вас хп-то убавляется, когда... Ну конечно, ты же, кто умрет, тот берет аниматроника. ХП не восстанавливать. ХП не восстанавливать. Какашками будете. Какашками будете. Хватит повторять. Хватит повторять, говно. Ах ты говно. Димка какаха. Серега тоже. Так. ХП отнялось. Вот говно. Так, все за Сережкой. Здесь такой блюр прикольный на высоте. Сережка бежит. Подписчиков мочи. Все, бери. Ну хлопцы, ну что вы, не он ли он? Теперь полегче будет немного. Давай, давай, давай. Покажи, на что вы способны. Невидимку, брат, тоже нельзя. Я увидел, кто-то в невидимке. Хорош. Да ладно, вы что, сговорились, что ли? Да. Надо сваливать отсюда, с высоты, потому что я чувствую, здесь я сольюсь. Быстрее, 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 быстрее. О, я буду как этот, самоубийца на периле стоять. Кто ко мне? Ну нафиг. Пунк. Ой, у меня жизни 980 почему-то. Ай. Я не буду спрыгивать, давайте, чтоб без спрыгиваний. Хорош. Отлично, чёрт. Отлично. Чувствую, я сольюсь сейчас. Как ты своего убил? Нет, 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 пацаны, я вас наперед считаю, так не пойдет. Слышь? Я что-то очкую вас, хлопцы. Беги, бежим, но вверх. Эх, это было рядом. Это было очень рядом. Зачем вы своего мочите? Там сидит кто-то в уголку. Ты прошел его сзади. Наверху сидит в уголку челик. Не верьте мне. Да я реально видел его. Реально. Это реально виртуально. А чё вы за мной все бегаете? Я помню эти серии, когда вы тупо меня троллируете. Троллируем Димаса 24 на 7. Блин! Ё-моё, так дёрнулся сильно прям. Ну блин, у меня аж слюни с рта пошли. Ой, блин, это было трэшово, трэшово. Но карта мне это очень нравится. Не знаю почему, но она меня притягивает. Будем мы на ней еще записывать веселые ролики. Ну чё, давай, я тоже пошел. Так, камеру поближе. Вижу, вижу, давайте их догоняем. Загоняем в угол. Давай, 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 окружаем, я с этой стороны. Ого, красиво, я его в воздухе добил. Ну так бывает, извини. Так, кого еще не убили? Меня, разумеется. Так, Слава Питер, да? Да. Где же ты? Я иду за тобою. Так, так, так. Вы его видите? Подсказка — тень. Shadow? Ну да. Ты, получается, прячешься в темноте. Я вижу его. Он на танцполе. Он спрыгнул туда. А где танцпол? А, вот. Вонючек. Все? Нет. Только вон вонька. Меня... Нет, Слава... умер. Ну чё, пацаны, давайте разбегаемся, и сейчас будет у нас дуэль. Каждый сам за себя. Тот, кто проигрывает, не участвует. Раз, два, три. Битва началась. Ну что, иди сюда. Давай. Да ну что ты, и что ты? Ну блин, я хотел еще дольше играть чуть-чуть. Ну что, я болею за Серегу. Серега, давай, я хочу, чтобы ты выиграл. Ну давай, иди сюда, давай, давай. Я давай. Буду в воздухе летать, чтобы не кошмарить вас. Ай, так, а где же Серега? Так, 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 вот это вы посередине воюете, да? Да. Один на один. Серега, давай, я за тебя. Серега, ты молодец. И я тоже. Дорогие друзья, с вами Димас, Васаби, Гуф, Чебузаврик, Расти, Тапочники. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Если опять тягушки, приятного аппетита, а у нас выживание за кулисье. Погнали.
Пацаны, сразу скажу, сегодня будет очень жестко. Начнем со слабых. Так, это добро. Хорошо, давайте. Потихонечку. Начинаем раскочегариваться. Ребята, а вы не забывайте прямо сейчас, кто смотрит этот ролик, поставить лайк, подписаться на канал, потому что ролики выходят каждый день. И стараемся снимать что-то очень веселое, трендовое и классное. Так, ну он бежит очень медленно. Давайте немножко быстрее поставим еще. Ой, темная. Так, отлично. Хорошо. Нормально. Так, а что не за мной вдвоем? Пацаны. Давайте будем вести их до подписчиков. Кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Я все привел. Тут можно повеселиться. Ждите, ждите, они идут. О, один, один хромой бежит, короче. Хромой, косой, глухой. Дим, я всех твоих аниматроников. Ну что, сейчас кто-то умрет. Отлично, один умер. А, он грузился. Да блин, а смотри, как его убивают, и умер сам. Да блин, о. Дим, ну понимаешь, ты... Ну ты понял, да. Все сходится, все сходится. Дим, он сзади. Он в стенку уперся. Не-не-не, нормально, он просто передумал. Он все-таки хочет меня поубивать. Но он меня хочет убить. Так, отлично, давайте будем еще ставить. Так, отлично. У нас пошло глич-трап. Да прям на меня поставил, вообще не... Да пойдет, я же хотел, чтобы он тебя на самом деле убил. Но что-то пошло не... Ну что-то пошло не так, да-да-да. Отлично! Короче, кто будет сейчас умирать, я сразу ставлю аниматроник, как обычно. Каждая смерть увеличивается. Кто первым умрет, тот плох. Хорошо. А я видно, я опять последний умру. Как-то. Блин, ну они медленные, обратите внимание. Это какая-то темная. И они все толпой бегут, это очень плохо. Еще ставлю. Еще ставлю. Так, ну этот пусть будет такой, именно ходит. Гопник такой. По карте. Буду мочить всех. О, здесь красная пошла, прикольно. Так, еще ставим. По красной лучше не ходи, там опасно. Там еще. Еще. Оставим их много, ребят. Ну, то, что вы любите больше всего. Я их вообще не вижу. Короче, сейчас будет же быстро ставиться. Вы что думаете, это все? Сейчас будет очень много их ставиться. Давайте тогда быстрого поставим. А у меня еще никого... Он никого не увидит. Когда он увидит, он сразу замочит. И это будет очень жесткая смерть. Видите, на каком расстоянии они меня убили? Ай. Нифига себе их там наставил. Вам понравится. Вам очень понравится. Ой, я вижу Диму. Так, давайте еще поставим. О. Еще. Ой, Дима, ты чего? Он ведь бешеный. А он ничего-то не бегает за нами. Почему? А ты ударь его. А нет. Может, за на этой карте не хочет? Ой, блин. Да что ж так громко, чуть не испугался. Ладно, я испугался. Не, умер же челик до меня. Ну, Дим, но все равно, ты лох. А, ну хорошо, если так легче станет. Хорошо, я лох. Спасибо, теперь мне легче намного. Так, еще ставим. Ай! Вдвоем. Ой, я сейчас повернулся. Отлично, еще ставим. Еще. Короче, на этой карте есть... Участок, где просто очень темно. Мне кажется, надо было с самого начала здесь нам и повыживать. Где нифига не видно. Кстати, у них в темноте глаза светятся, вы видели? Нет, да, 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 у них в темноте привет. Прям жестко. О, карась, привет. Смотри, как у них глаза светятся. Ты видел один глаз? Я вижу, они желтые, желтые. Да, да, да. Офигеть, кстати, разработчикам респект. Вижу, умер, ставлю. После каждой смерти обещал ставить. Все в темную зону. Блин, я боюсь. Темную зону? Хорошо, я иду в темную зону. Сейчас только мне как-то обмануть надо. Отлично, ребятушки. Ё-моё, так испугал. За угла 100 штук здесь выбежала. Смотрите, сколько раз меня убили. Дима, ты чего? Да я не хотел, я не хотел. Насколько ты лох? Так. Блин, ну где-то же... А где эта темная часть карты? Еще. О, вон Фокси бежит, еще. Так, блин, тут тупик. Ха-ха, я вижу темную часть. Так, надо тут спаун поставить мне. Да прекращайте, мужики, вы что убиваете столько раз нас? Да, так. Я бегу в темноту. Ой, там какой-то Бонни бежит. Не бойся, я так 100 раз сделал. Так, их в темноте должно быть видно. Ого, я несколько раз умираю. Нифига себе. Ну, ё-моё. Сейчас я несколько раз. Все, я в темноте.
Никого нету. Стоим, шкеримся. Никого. Дима, давай, еще... я одну сторону, по другую. Так, еще умерли, надо же ставить же. Я же пообещал, что каждый, кто умирает, ставим аниматроников. Дима, как-то много умирает. Ой! Ой, Дима, беги! Да я вижу, там их целая толпа. Так, прикольная карта за кулисье, мне нравится она. Ё-моё. Да, еще Дима, оттуда, и оттуда бегут, отовсюду. Еще Фокси, ё-моё, меня зажали. Все, стою, не боюсь я их, смотри. Я могу прям рядом бежать, они мне ничего не сделают. Ну как рядом? Ну, на пару метров 10 так. Я боюсь их очень. Как минимум, да? Ой, что бы за... Ого! Ну я не буду ставить сразу 100 штук, когда один умирает много раз. Они меня окружили! Они меня окружили. Хорош, мужики, но я свой наполовину. А! Конец. Да ну хорош. Дима, это я их, кстати, привел. Ты молодец. Поздравления мои. Ого, я их наставил уже сколько. Бежим. Так, бегут. Да? Но я больше ставить не буду тогда. Дима, ты... У меня не подлагивает, вроде все хорошо, идет стабильно. У меня как-то подпинговало. Да ну смотри, на расстоянии убил меня. Кочерышкин сын. Да ну блин, крючок засратый, а. Ярик, давай, бачим. Они нас зажимают, Дима. За мной бежит. Давай, Дима, умери. Да ой, нет, я не буду. Я не буду, ну, не буду. А вы где сейчас? А как меня убили? Я пропрыгнул, меня. О, я вижу физганзи. О, кинганчпук сидит. Очкуешь? Да я тоже очкую. Давай сидим, ждем. Дима, мы добраты, акробаты. Я бананы тоже. Они окружили нас. Они нас окружили. Карась, прощай. Спасет. Прощайте, мужики. Я живой. О, Дима, хочешь умереть? Нет, умирай. Не хочу. Я хочу оружие взять. Там, где классный фонарик. Underhell. О. Ой. Вот, фонарик, смотрите, какой офигенный для темноты. Дима, меня через стенки убивают. Да? Да, меня так кажется, через стенку привыкай. Убили. Ой, увидел. Так, проскакивай. Блин, смотрите, как прям жестко от них тяжело убегать. Они прям вообще какие-то неадекватные. Мужики, успокойтесь, мы же наполовину свои. Наполовину это типа живые, но не роботы, да? Да. Живые роботы. Пошли, карасики, приготовлю сейчас. Так, пацаны, а вы где? Я за тебя. Ой, я перед тобой. Блин, классно, выживать только в тупике. Привет. Не иди туда. Ярик, умирай там, там много, умирай. Там так, все, встретили, давайте втроем выживать. Так, вчетвером, в пятером, в шестером. Все, выживаем. Я тут. Они сейчас прибегут, Дим, не волнуйся. Все, ждем. Вон бегут. А, вон бежит сразу. Уходим. Схватил. Гафа и Кика. Дима, ай, блин, да что ж ты меня не предупредил? А ты смотри, ну блин, три раза. Тот добило. Блин, каждый по 33 хп. Беги! А ну блин, толпа целая. Меня задавило. А их можно обмануть как-то? Как вы думаете? Если у вас будет широкая карта, то легко, но она сильно маленькая. Ребята, напишите в комментариях, какой у вас самый любимый аниматроник с части Security Breach. Я бы не заспавнился, не успеваю, я уже... Ого, их тут. А как, что? Есть, я проскочил! Вы видели, как я прям коснулся его? Так стрёмно. У меня самый любимый аниматроник — это Луна. Да? Я в вентиляции запряглась. А тут вентиляция есть? Да. А, где я? Я выйду, потому что у меня тут 4 аниматроника стоит. Я иду к тебе, Ярик. Я иду. Там карты, там где темный сектор, где-то... Ты там, да? Ну где-то, ну хороший ориентир, где-то там. Мне нравится. Все, мы ищем, Ярик. Темный. Я нашел темную карту. Еще 4 аниматроника где стоит, значит там Ярик. Так. Аниматроники на каждом углу стоят. Да, все правильно, все сходится. Так, не наблюдаем. Здесь нету. Я за Дим. Так, мы же ищем Ярика, ищем чебозаврика. Тебе хорошо быть повстанцем Хаос? Да. Ярик, я тебя не нашел. Ой, опять. Тут тоже где-то комната есть светлая, чисто комната. Во, я вижу Ярик их. О, привет. А как их убить? А как... Но их нужно убить вот так, как Дим, как вот ты сейчас убил. Я тоже. Ой, так убил. Хотел удалить спаун, удалил аниматрон этих психов. Ярик. Так, давай, заходи. Бегут. Быстрее, карась! Карася чуть бы за жопу не схватили. А полезли, давайте посмотрим, что там дальше, полезли. А там киллбокс.
Идем, 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 не бойся. Ну, Ярик, иди первый, давай. Ну идите, идите. Ну я пойду. Ты тут стоишь. Ну выходи тогда, я пройду. Ой, выход нашел. Все, идите. Ну я выхожу. Подожду. Я иду. Подожди, я проверю, когда они умрут. Тогда я не хочу Диму. А иди, не бойся, я так сказал, там же спаун стоит возле нас как раз. Что делать, если я лестницу не дали? Я не патроники, там куча аниматроников уже, пожалуйста. Все нормально, все, идем? Толпа такая. Типа два человека, толпа, конечно, жесть. Ну мы сзади тоже идем, Дим, не волнуйся. Не бойся, я тоже иду. Короче, когда они умирают, сразу останавливаемся. Все, я вспомнил, короче. Мне надо купить молока. Я туда не пойду. Это очень стрёмно. Дима, мы не выйдем отсюда. Короче, как выйти отсюда? Показываю вам один раз. Один раз, может, другой раз не смотрю. Отвлеки их! Отвлеки их, отвлеките. А как мы их отвлечем? Мы все... Блин, не успел. Блин, представляете, сколько я отбежал уже? Можете кто-нибудь отвлечь? Мне страшно. Все, я отвлекаю их. Давай еще раз, там один остался. Так, отлично. Бегут, не? Давай, Чебузаврик, отвлеки его. Ай-яй-яй-яй-яй, убили нашего. Так, отлично, бегут. Ай, ну ладно, схватили мужики. Ой, Дима, извини. Ай-яй-яй. Пацаны, я вас сейчас спасу. Вы там сидите до сих пор? Там еще сзади. Да ё-моё, я спасаю вас своей смертью. И вы тоже умрете за это. Да, мы за это умерли, Дим, спасибо. Обращайся, у меня всегда есть. Нет, прям я аниматроник съел. Так. А как мы сбежим? Пацаны, портал поставил, заходите. Как мы сбежим, они нас тут зажали. Ой. Да ёкала мэнекала, посредине бэкала. Да что ж такое? Пацаны, я сейчас вас спасу. Я вас сейчас спасу. Я сейчас вам этот портал там поставлю. Ждите. Я тоже вам портал поставлю. Поставьте вентилятор. Да, ну смотри, этот зараза конченый не дает. Представляете, какой галимый просто, а? Не могу. Да отвали, придурок. Бежим, Чебузаврик. Это наш шанс на спасение. Один единственный, один к ста. Нам туда. Бежим. Так. Мы сбежали. Вы сбежали? Ой. Дима, я в телепорте свой прошел случайно. Опа. А я тут. Придурок. А я тут. Они не могут зайти в портал. Видели, что делается? Опа, а я тут. Придурок. Дим, если аниматроник зайдет в портал, у нас игра вылетит. Да, ты думаешь? Хорошо, я так не буду делать. А ты забыл, мы никогда снимали аниматроники в дуэт охранника, у нас такое уже было проверено. Так, ну что? Я ей готов мочить. Помогите! Это было очень мощно, да? Кстати, написали в комментариях, чтобы я хоть в каком-то ролике почаще брал админский пистолет. Поэтому, ребята, сегодня крышим лица. Просто крышим лица. Гоф, уйди. Где еще они? Дима, дай пистолет. Нет, это только для взрослых. А мне можно? А вы видите кого-то из них? Я лучше никого не вижу. Дима, а я взрослый, мне уже целый один годик. Да? Дима, а у меня есть право взять админский пистолет, можно тоже взять? Отлично. Не вижу одну. Ну ладно, я буду бегать за Димой. Не, попробуй взять админский пистолет, если у тебя есть права. Только я не вижу аниматроников, они когда увидели, что я взял админский пистолет, они всрались. Васаби, дай мне. Нет. Где они? Нет, прав. Мне два годика. Ты не достанет ты оружие. Так, они удаляются. Где они? Гламрок. Еще все что есть. Где? Ой, тут Дим, ты поджег их как бы. Я? Тут все горит. Это я тут стреляю. А, молодец. А чем ты стрельнул, Ярик? А он это на правую. Ой, отлично, да. Ребята, мы же скачали мод на V-Fire. Теперь у нас тут вся карта будет гореть. Че, мод? Как вам такое? Ну, как бы нормально? Ха-ха-ха, мы сейчас всю карту сожжем. Ой, горит смотрите. Да? Так бывает. Так, ладно, я знаю, как делать конкретно зачистку, потому что они реально сегодня всех замочили много раз. Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас Стаканчик, King on Fire. Как всегда, отличное настроение, пацанчики, поздоровайтесь. Привет. Приветики. Сегодня мы играем
на карте FNAF 9. Я, кстати, на этой карте ни разу не играл. Это будет первый ролик. Если она мне понравится, я добавлю в коллекцию. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы сегодня будем убегать от монстров Хендерсона. Здесь очень классные мостики, ступеньки. И все такое, где можно реально побегать и повыживать. Пацаны, вы готовы? Да. Надеюсь. Да, тут вообще, тут да или нет. Все просто побежало. Ставлю пока месть одну, а там будем дальше глядеть. Там намедленный капец. Да? Ну она ваншотит. Она ваншотит с одного раза, поэтому, пацаны, будьте очень внимательны. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. А я буду смотреть на мостике вот здесь сверху, как вы проигрываете. Я аж могу зазумить даже. Ого, жопу зазумил. Побежала, побежала. Она плохо, да, что-то бегает совсем? Она вообще застряла. Хорошо, давайте мы сделаем другого. Нет, карта очень красивая. Так, знаете, я сейчас поставлю такого монстра, который может телепортироваться за спину. Поэтому я тебе уже не завидую автоматически. О, я видел, я видел. Чё, блин, я думал, это она за мной поехала. Ты ж меня не пугай. А ты знаешь, немножко очконейшн. Бежит, бежит. О, ты поехалась. Так, 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 внимательно, они к нам ее привели. Но зачем это, пацаны, сделали? Обычно это я делаю. Где она? Где она? Вон она. Какого? Она куда-то цепнулась. Уби. Балди. Именно немножечко офигел. Смотрим. Она сейчас тэпэхнется кого-то. О, пошла, 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 пошла. Темноватая карта, хотя я поставил очень яркие фонари. Я даже ее не услышал. Она, кстати, бесшумно бегает. Мне эта девочка с ножом очень нравится. Ой, котик с ножом. Какое вообще название? Йо-йо киллер. Нормально. Давайте мы тогда сделаем. Раз, раз, раз. Во. Вот теперь вообще жир. Я сейчас тоже начну скоро убегать. Или она меня убьет сразу. Давайте будем чекать. А что тут мины стоят? Знаешь, как встань? Встань на перила и поверни спину. Когда она будет тебя тпхаться, она будет падать, так как она тпхается за спину. Логика? А их можно убивать? А, нет. Чисто повыживаем сегодня. Я видел, как она тпхнулась. Прощай. А я спрыгнул. Потому что я же ж не могу проигрывать. Я хочу повыживать. Я ни разу, кстати, не умер. Беги, беги, просто беги. Тпхнулась. Во, начинается веселье. Давайте эту карту немножечко изучим. Потому что я ее сразу запустил, и мы начали записывать. Дальше не проверил, как она идет. Нет, я проверил, она идет 600 кадров сюда. Поэтому это очень крутой FPS. Она за мной. Да, она тоже за мной бегает. Лазер тег. Очень красивая карта. Здесь, получается, охранник сидит. Ну, похоже, что да. И следит. Ай, она за мной. У них музыка стрёмная. Почему карту сломали? Кто это сделал? Стоп саунд напиши. И будет все окей. Да, они не могут попасть. Все четко. Музыка была стрёмная. А вы где? Я. А эта карта разрушается, да? Да, там столб подняли. Они постепенно забегаются. О, просто можно передвигать. Слышь, отвали от меня. Я хочу столб разрушить. А столб не разрушается почему-то. Нет, столбы не разрушаются, они ломаются так, когда ты их физганом трогаешь. А, не, нельзя физганом трогать. Ну, ты будешь физганом трогать, то видишь. Значит, мы можем в конце взорвать ядерную бомбу, и эти столбы улетят, да? Не знаю. О, мы проверим, ребята, так что мы не забудем, надеюсь, взорвать ядерную бомбу. Там наверху это... О, как он забрался там? Где он? Тут-то. Я его не вижу. Умная походка. Вы понимаете, они прыгают очень высоко. И чё, я не вижу никого. Через текстуру на крышу прошел. Так, давайте посмотрим, что там на втором этаже. Так, прикольно здесь. На третьем этаже ничего особенного нету. Потолок, да, классно сделали, светящийся? Да. Бежит. Я никого не вижу. Я на самом верху. О, все тут-то. Давайте проверим, придут они к нам или нет. Нельзя трогать. На тебе за это, за то, что ты карту ломаешь. Так, давайте проверим, допрыгнут они к нам или нет. Мы там все на крыше. А мы, да, все наверху. Посмотрим их интеллект.
Он к нам ведет его. А он не может по ступенькам ходить. Он идет, вот он. Где? Пришел. Ой. Вот, блин, я не успел отпрыгнуть. Рыбка. О, еще голова пол, это жестко. Ну чё, где вы? Он застрял. А что за звуки? Прикольные звуки, какие-то хрюканья издают они. Так, мочат пацанов, а мы просто походим. Так, что у нас тут? Фазбер Пиза. Иди! А, я уже тут был. Чёрт. Никого не вижу. О, давайте проверим, если я поставлю здесь одного сиреноголового, например. Да, они без проблем здесь ходят вообще. Наизично. А, они сейчас будут драться с котопсами. Мой. Они же воюют. Так, давайте мы еще добавим кого-то. Я знаю, кого надо добавить. Вам понравится, пацаны, смотрите. Например. О, акула лежит. Каменного. Который может тпхаться. Все, погнали. Ну да, все. Оно и видно было, что погнали. Так, пошел. Быстрые. Очень? Так, старайся выжить. Кстати, я даже с прыжком бегу, они меня догоняют и постречи дают. Успокойся, мужик. Так, наверное, что-то много штук поставил, да? Он по стенам может лазить, вы видите? Офигеть. Лучше отойди. Так, давайте я попробую вселиться и проверю, я смогу. Вот, блин, ты пыхается говно. Давайте я попробую по стене полазить. Стойте. Полез. Блин, круто смотрится. Я хочу тоже. Стреляйте. Блин, какой же кнопкой? А что с лестницей? Вот я лезу якобы. Только анимации нету, да? Ой. Да. Полез. Ладно, выселяемся с него. Все, пацаны, давайте, можно их мочить. Он бежит за мной. Сейчас проиграю. Давайте под лестницу. Все, он тут меня не достанет. Че, все, не можешь пройти? Я догадался, как можно от них убежать. Ого. Отскакивать так прикольно. Димас убил. Красава. А, это ж я. Давай, вон еще. А ты этого убей. Замочили, пацан. А, он тпхнулся и убил меня. Мочи, челик. А то они сильно умные. За мной. Жесть, что творится. Убили, вот молодцы. Че, пацаны, убили всех? Да, вроде бы да. Пацаны, сейчас будет очень жестко, я вам не завидую. Если у вас слабый Гаррис мод, тоже вам не завидую. Давайте проверим, сколько можно будет продержаться, когда их очень много штук. О, рабочий стол! Ребята, ну что, как и обещали, мы для вас взорвем сейчас ядерную бомбу. Погнали, посмотрим, что будет. Разрушится карта или нет? Так, сейчас продамажит еще чуть-чуть. И посмотрим. Так, давайте улетим. Нет, столбы целы, значит их только можно уничтожить физганом. И, дорогие друзья, с вами Димас, Радок, Зак Драгон, Васаби, Скромник. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем здорово. Меня украли клюв. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, и самая любимая ваша рубрика «Аниматроники пугают охранника». Сегодня у нас Дарк Драгон будет злым аниматроником, а мы с пацанами будем выживать. Если тебе эти кушки, приятного аппетита, погнали! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Ага. Эти аниматроники очень страшные, да? Да, это стрёмно. Да. Ты куда, ага? Уйди. Она пьяная слишком. Ну да. Блин. Там, кстати, есть классные аниматроники, которые издают звуки прикольные. Разговаривают. Так, я вижу, он там стоит. Ушел. Отлично. Так, пытаются нас запутать. Ну, конечно, мы же с пацанами не подадимся.
Отлично. Опять с этой стороны пришел. Ну ты хитрый. Дардрагон, молодец. Я знаю. Так, идет с той стороны вроде бы. Но его по звуку слышно прям очень хорошо, да? Его нету еще. Я вижу, молодец, прям вовремя дверь закрыл. Немножко аж страшновато было. Отлично. Тогда я тебя повыглядываю. Грегори, дай пройти. Так ты сам Грегори. Я тоже Грегори, да? Да. Он Монти. Монти? А Монти побыстрее будет, надо будет успеть забежать. Так, давайте камеры поклацаем. Ё-моё, да успел. Да ладно, красавчик, немножко жизни отняло у меня. Так, давайте поклацаем реально камеры. А! Да что ж ты сделал? Ха-ха-ха, никого не ударил, никого не смог ударить. Ха-ха-ха. Ну правильно, как все по канону FNAF 9. Надо ударить прям рукой. Кстати, от Монти реально легко убегать. Так, 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 осторожно. Осторожно. Ушел, ушел, ушел. Пацаны, чекайте здесь внимательно. Идет? Идет, осторожно. Опять бежит. Да закрывай. Фух. Нифига себе, ты мог бы через двери нас ударить, кстати. Насколько я знаю, можно так убивать. Да что ж ты сделал? А, дверь сама открылась. Так, Дардрагон, ну ты же добрый вроде бы. Пьяный. Я не выскрыл, я выскрыл. Отлично, отлично, сейчас ударит. Прям пьян. О, привет. О! Все-таки убил. Я все-таки, знаете, я думал на не таком большом расстоянии. Монти бьет на большом расстоянии, ребята. Да что ты опять пришел, отвали. Да, Грегори, пропусти. Что-то творится в канале какая-то. Да ты смотри, не может ударить. Неудобно. Прикольно, будем этим пользоваться. У нас сегодня какие-то аниматроники слепые. О, убил. Убил все-таки. О, он ушел. Привет. Зачем ты пришел? Ну, сам открыл, закрыл дверь. Тогда нам зайти в наш офис. Опять бегает, да? Отлично, отлично. Все, ушел. Так. Так, энергии не хватает, зачем ты закрываешь? Нормально. Пойдет? Я так 100 раз делал. Это мои слова. Ладно, я так 101 раз сделал. О, это уже по-другому. Так, пацаны, вы его видите? Нету. На камеру. Да, чекай, чекайте. Смотри, Радекс по камерам. Он притих специально, чтобы резко напасть. Я знаю, Дардрагон, он так всегда делает. Да, он медленный. Аниматроники сегодня очень умные. Он за спринкрафт. Пришел! Да ты все-таки пришел. Так как? Он так тихо ходит, да, пацаны? Он тихо ходит. А как это мы вообще не услышали ни одного звука? Да ты задрал, отвали! Чумазик! Ты так хочешь от нас? Прекращай! Он отвешенный! Где он? Дайте почекаем камеры. Ты ненормальный, что ли? Он, да, он психованный. Согласен. Так, подожди, это он сцена. Опять пришел. Я закрыл. Да энергии нема, ну что ты? Сейчас нет, другого нет, возьму. Нет. Сейчас другого возьму на жопу. Давай, давай, покажи, на что ты способен. Давай, заходи. Заходи, заходи. Осторожно, пацаны. А где Радекс? О, пришел. Так, да, три Грегори. Где он? Вы видите? Я не... Посмотрите на ту давайте часть. Почекаем, чекаем камеры. По этой части идет. Тут же есть подвал еще, пацаны. Может, в подвал потом спустимся? Он идет. Идет? Кого он взял? Балонбой. Кошмарный. Балонбой. Да ладно. Я говорил, что же будет плохо. Так ты хитрый. Никто не запрещал. Стойте, фонарики! Включаем фонарики! Включай, включай, включай. Слушаем. Ай, не успел. Да как его нереально увидеть? Он еще невидимку, да, пацаны, подрубает? Нет, нет, не без невидимки. Я без этого хожу. Мне интересно. Так, я теперь по этой части, ты по той. Радекс. Ты как-то плохо их видишь. Hello. Он вентиляция. Это я. Ага. Ну там был. Привет.
Хитрый. Что-то у меня так нога там выкрутилась стрёмно. Отвали, отвали, отвали. Убивал наших всех. Чё, Дим, не выберет? Да? Ох, блин, за жопу укусил, аж немножко поджал ноги. Заделываем все дырки от этих злых аниматроников. Как мухи лезут везде. Я не вижу его там. В следующий раз мы будем снимать, будут все аниматроники и один охранник. А кто будет охранником? А мы не знаем. В комментариях напишут, если хотят. А мы так и сделаем по-любому. Я слышал. Солнышко. Бежит, 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 бежит! Отлично, отлично. Эй, слышь, ты меня чуть не убил через двери. Да ты отвой... Да как? Вот она, Луна. Я пришлю. О, а как ты в Луну превратился? Я не знаю, у меня урон как-то нанёс. А, когда урон наносится, ты становишься вот этим чили... Да ты задрал! Нифига себе он бьёт! Да ладно, я подлежу немножко, пусть он поубивает пацанов, я ванал. Офигенная озвучка, мне нравится. Круто все сделано. Отлично! Отлично, отлично. Когда он бегает, он погремушками такими издает звуки. Слушайте! У него еще озвучка такая прикольная. Да-да-да-да. Все как в игре. Я внимательно слушаю. Кто там в двери девы стоит? Это я. Я успел. Где он? Погремушничек, ник. Убил красиво нашего пацана, мне понравилось. Бежит. Откуда? Сюда. Вот. Не подходи к двери, он тебя убьет. Это особенность аниматроников. Он может убивать через двери. Ты что, у нас дверь? Да ты задрал, двери сели. Отвали. Я успел. Он говорит что-то за детей. Он не любит, чтобы он непослушных детей. Я вспомнил озвучку. А вы непослушные дети. Мы послушные дети. Типа грязный, грязный мальчишка. Опять прибежал, смотрите. Пацаны, если придет Фредди, он добрый, да? Чисто теоретически. А он не может дамаг наносить. В него не надо садиться. Слышите этот звук? Нет. Где как она? Интересно, по бокам стали. Так, а как? Учись, я бы смог обмануть. Это Рокси. Это... Она звуки не издает, да, вообще никакие? Вроде должна была. Издает. Нет, топот. Ну, не разговаривает. Она должна плакать. Да, могу это... взять силу. А, это поломано, она не разговаривает. Она разговаривает, она плачет. О, я слышу, вот. А ну чек, где она там? Идет. Молодцы, молодцы, пацаны. Еще чуть-чуть бы убила. Не, она может убить, ты просто далеко стоял. В смысле, плохо практически стоял. А ну еще раз вот махни. Ах ты, блин, да дверь открылась в это время. Ну, блин, а мне не повезло. Ого, меня перекрутило. Что у меня голова лежит? А, то мне так показалось. Я это как лежу. Он какой-то да все, успокойся. Расплети. Да ты псих какой-то. Я его закрыл. Это аниматроники какие-то бешеные. Да так... Да успокойся, псих. Он, пацан, отрывается за все разы, которые нас должен был убить. Выпьем водички. Вот. Пацаны, тут можно жизни брать. Пацаны, я иду в подвал. Тут очень круто в подвале. Подвал, я ищу подвал. Так, подождите, я уже забыл, как к нему идти, но он где-то тут есть. А, вот, нашел. Я в подвале, пацаны. Здесь вообще стрёмно очень. Я нашел подвал. Вот, смотрите, он бегает здесь. Он же к тебе прибежал. Вот-вот-вот, бегает, Рокси. Может, NPC потом много штук поставить? Это было бы эпично, повыживать. Они, он ушел. Ушел, да? Да. Там сейчас найдет нас, не переживайте. Он знает, где подвал, но он ушел почему-то.
О, тут можно в шкафы залазить или нет? О, как раз три шкафа. Отлично. Ой, вообще жир. Немножко низковатый, Грегори, но ничего. А там еще шкафы есть. Три сразу штуки. Рядом. Вы его видите? Нет. Ночной режим активирован. Я же двери не могу открывать. А, да. Ну ты можешь убивать через двери. Это было страшно. Где он? Ой! Отвали. Я открыл дверь, чтобы посмотреть, где он, и тут бат. Иди ко мне. Надо на него урон нанести, и тогда он этот будет более злей. На. Ой. Ай-яй-яй. Не разозлился, не? Нет, вот. О, это будет веселее. Такой голос у него зловещий. А я его вижу. Видишь, да? Он в подвале стоит. Отвали. Ты меня не убьешь. Я очень умный, Грегори. А, нет, и вот. Прикольно, погремушки звенят. Если честно, очень страшно. Пригвождается он или нет, как вы думаете? Думаю, да. А ну где он? Это нет. А где он? Он возле. Он тут по подвалу, да, бегает? Он в офисе уже, рядом. Он уже в офисе? Он меня хотел зажать. Где ты? Челепиздрик. Вот он. Ты куда? Он убежал. А где он? Он что, издевается? Ой, блин, в голову, Грег. Извини. Это, знаете, у меня просто рефлекс. Вижу. Не пригвождаешься? Да ты офигел, это нечестно. Блин! Дима, спи. Его убить же невозможно. У него жизни нереально много. А что ему сделать? Как его убить-то? Отвали. Димаш, у него жизни, чтобы ты понимал, больше, чем у скромника. Да я знаю, у него прям нереально много жизни. Он бегает и махает своими крыльями. Просто петух его не может. Только одвиньте пистолет. Все? Не может убить меня. На тебе башка. Дима. Да. Честно. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте на наш Дискорд. Новости, отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.